И всем привет, с вами Максим Мадзе, и сегодня я вас научу, как нужно правильно подписываться на мой канал. Итак, заходим ко мне на канал, нажимаем кнопочку подписаться, нажимаем на колокольчик, обязательно, вы должны сохранить, затем добавляем мой канал в закладки. На следующий день открываем закладки, открываем мой канал и проверяем, что где-то примерно 50 на 50 ютубчик вас отписал. И проделаем ту же самую процедуру еще раз до тех пор, пока он не перестанет так офигевать. Ну что ж, надеюсь, вы теперь поняли, как правильно надо подписываться на мой канал. И вы теперь больше не будете жаловаться, что о, перестали мне приходить там уведомления и все такое. Кстати, оцените, как вам новая задняя декорация. Пишите в комментариях. Ну а на этом все, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки за прекрасную инструкцию по подписке на канал.